Патрик Экзе! Офигеть просто! Ребята, посмотрите, это невероятно! Просто жесть! Рина! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, друзья. Сегодня мы вместе с Димой заказали пластилин, проклятый пластилин на сайте Darknet. Посмотрите, блин, что-то доставочка залажала, и пластилин весь у нас перевернулся. Но это не имеет значения, потому что этот пластилин, ребята, проклятый. Посмотрите повнимательней, как он выглядит. Такое ощущение, что его намазали какой-то такой вонючей жидкостью. Он реально плохо пахнет. Но на то он и проклятый пластилин, чтобы из него сегодня слепить Патрика. Патрика, друзья, вы представляете, Патрика из мультика Спанч Боба. Вы знаете, что Патрик это? Патрик это такая морская звезда, которая живет в бикини-ботом вместе со Спанч Бобом и другими героями и персонажами этого подводного мира. Но самое интересное в том, что после того, как мы слепим Патрика и опустим его в воду, говорят, что появится настоящий бикини-ботом и все, кто там живет. Было бы круто это увидеть, но перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Раз, два и три, друзья! Также, если вы хотите попасть в мое видео с этого дня, давайте будем играть с вами в очень интересную игру. На протяжении всего моего видео будут появляться вот такие вот черепушки. И смотрите, тот, кто первый 10 человек посчитает правильно, сколько всего этих черепушек появилось в моем видео, те и попадут в мое видео, в мое следующее видео, в начало ваш комментарий обязательно, а не останется без ответа, без лайка и без сердечка. Так что считайте, сколько черепушек появится, а мы погнали лепить Патрика из проклятого пластилина. Погнали! Так, друзья, мы постарались вместе с Димой, и у нас появился вот такой вот Патрик из пластилина. Посмотрите внимательно и напишите, конечно же, в комментариях от 1 до 5, насколько это Патрик похож на настоящего Патрика из бикини-ботом из мультика Спанч Боб, друзья. В общем, существует такая легенда, и ее мы сейчас и проверим. Мы опустим эту пластилиновую добрую форму Патрика в воду, скажем, заклинание, и она должна превратиться в злую форму, в форму Экзе, Патрик Экзе, то есть он разозлится, что ли, я не знаю, ну, короче, что-то должно произойти. А также, возможно, появится сам бикини-ботом под водой и все его обитатели. Если ты ждешь, то давай на этом видео соберем 5000 лайков, друзья, а мы пойдем сейчас прямо к бассейну проверять эту легенду. Погнали! Итак, ребята, вот он, мой бассейн, в котором буквально через пару минут вырастет бикини-ботом. Ну, вернее, я надеюсь, что так и будет, друзья. Не будем откладывать это в долгий ящик. И не забывайте обязательно подписываться на другие мои каналы, особенно на канал о питомцах, где я рассказываю про своих друзей, про мою собаку Лаки, про кролика Лайка и также про мою кошку Кнопку, ее котят. И также у меня еще появились цыплята. В общем, там очень много интересного. Подписывайтесь обязательно на мой канал и еще канал Ирины Страшилки, где я рассказываю страшные истории. Все, ладно, запускаем, ребята, нашего Патрика. Так. Помимо Патрика, тут у нас еще осы плавают. Сейчас мы этих ос уберем, потому что я их боюсь. Кто, ребят, тоже боится ос, напишите, поставьте, вернее, плюсик, кто боится ос. А, что они ужалят. В общем, залазим мы в этот бассейн. В общем, и опускаем. Патрик Экзе, приди. Патрик Экзе, приди. Патрик Экзе, приди. И погружаю его на глубину. Ау! Черт!
Черт, ребята, вы это видите? Патрик Экзе! Офигеть просто! Ребята, посмотрите, это невероятно! Он еще укусил меня за пальцы, вернее, пытался это сделать! Черт, ребята, я не верила, но реально посмотрите! Из доброго Патрика он превратился в Патрик Экзе! Он реально очень страшный, очень опасный, ребята! Жесть, это реально работает! Поэтому сейчас должна появиться вся бикини-ботом под водой! Ребята, это просто жесть! Рина! Черт! Рина, что происходит? Что-то происходит, что-то тянет меня! Руку, руку давай! Не могу! Черт! Тихо! Я что-то нашла! Дим, походу бикини-ботом! Бикини-ботом под водой! Я что-то чувствую! Это ракушка! Это какая-то ракушка! Откуда она в бассейне? Это реально морская ракушка! Походу, у меня реально вырос бикини-ботом здесь, в бассейне, под водой. Черт! Возможно, я найду здесь еще каких-нибудь жителей, Дим. Офигеть просто! Пока я ничего не вижу, наверное, нужно нырять. Блин, черт! Патрик Экзе и ракушка. Видимо, в этой ракушке кто-то живет, может быть, там есть Сквидвард или еще кто-то. Ладно, черт, я буду нырять и смотреть, Дим. Ребята, поддержите меня лайком. Черт, я что-то нашла. А, никак не могу оторвать. Что ты нашла? Это коралл. Это коралл с бикини-ботом. Настоящий коралл. Ребята, просто поглядите. Я оторвала кусок коралла. У меня реально на дне бикини-бота. Помогите. Что случилось? Давай. Кто-то тянет меня за ногу. Давай, руку давай. Пожалуйста. Ау! Это Спанч-Боб! Спанч-Боб, не может быть! Он там его ведет! Где он? Спанч-Боб уже на дне! Он меня хочет утопить! Черт! Ладно, ребята, это нереально работает! Я сейчас попробую достать Спанч-Боба Экзе с самого дна бикини-бота моего бассейна. Это просто жесть, ребята. Ладно, погнали. Спанч-Боб Экзе. Он, наверное, увидел своего друга Патрика. Так, ладно. Я ныряю, ребята. Раз, два, три. Нашла? Черт. Попался. Давай, быстрее, доставай его. Ребята, прямо сейчас на ваших глазах вы увидите реального губку Боба. Спанч Боба. Блин, реальную губку, которая живет бикини-ботом. Черт, он может меня утопить. Влазь, быстрее. Быстрее, с воды. Погоди. Нужно все вернуть, иначе не оставить меня в покое. Я вернусь обратно! Патрик Экзе, уходи! Патрик Экзе, уходи! Патрик Экзе, уходи! Смотрите, ребята, опять появилась добрая форма. А это значит, что бикини-ботом больше нет в моем бассейне. С вами была я, Королева Мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока!